Впервые в нашем городе прошла акция «Сними наушники, сохрани жизнь». Как это было, расскажем прямо сейчас. Акция «Сними наушники, сохрани жизнь» направлена на снижение дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах, повышение концентрации внимания пешеходов на дороге, а особенно детей. Эта акция состоит из нескольких этапов. Сначала прошел урок по безопасности дорожного движения. Дети, юные инспектора дорожного движения еще раз повторили правила, акцентировали внимание на том, что нужны разметки дорожные, но однако в правилах не определяются еще и те меры, которые должен ребенок предпринять. Это быть внимательным на пешеходном переходе, снять наушники, если они есть, и не только видеть знаки, но и слышать дорогу. Юные инспекторы дорожного движения и дети из 11 и 24 школ совместно с сотрудниками госавтоинспекции, молодогвардейцами, которые, кстати, и стали застрельщиками этой акции, с представителем администрации города напомнили пешеходам о правилах дорожной безопасности, о том, что пренебрежение правилами может закончиться довольно печально. О пользе этого мероприятия нам рассказала инспектор по пропаганде Наталья Холкина. Здесь в нескольких направлениях несет свою полезность эта акция. Во-первых, ребята, принимающие участие в данном мероприятии, прежде чем шагнуть на проезжую часть, помнят о том, что они были ответственны за это мероприятие, непосредственными участниками, и надеемся, что они не будут нарушать правила дорожного движения. Ну и лишнее напоминание, которое ребята сейчас наносят на асфальте, это тоже играет свою роль. Может быть, один ребенок из 10 хотя бы снимет наушники, отвлечется от телефона и будет очень внимательный на дороге. Поскольку это правило не записано в правилах дорожного движения, это больше относится к мерам безопасного поведения на проезжей части. С помощью специального трафарета и краски ребята нанесли надписи «Отвлекись от телефона» у пешеходных переходов в районе 3-й поликлиники и у 11-й школы. Здесь же они раздавали листовки. Акция «Сними наушники, сохрани жизнь» проводится во многих регионах России. Сними наушники, сохрани жизнь! Сними наушники, оторвись от телефона, сохрани жизнь! Юрий Чиликин, Андрей Осипов, Новости АТВ.